Друзья пропавшего сообщили, в какой-то момент они увидели, как аппарат буквально пикирует вниз. На призыв о помощи откликнулись волонтеры из Александрова, Владимира, Киржача, Струнина. Рассчитав примерный район падения аппарата, они отправились на поиски. В результате ночью им удалось обнаружить сначала мотодельтаплан, а неподалеку от него пропавшего человека. Все нормально? Один, что ли, только кроссовок? Вот, взяли, кроссовок нашли. Самостоятельно мужчина двигаться не смог. Его эвакуировали на носилках. У ближайшей лесной дороги волонтеры вызвали скорую помощь. Его доставили в медучреждение.